Всем привет! Сегодня у нас в гостях вот три посылочки небольшие. Это посылки из GearBest. Давайте посмотрим, что в них пришло. Пришло все быстро, там в районе 15 дней. Вот эта вот посылка пришла за 9 дней. То есть рекорд, ну, как бы из в этом году первая посылка, которая пришла так быстро. Проверять скорость карты памяти, я думаю, смысла нет. Давайте вот посмотрим на нее. Все отлично, отличная карточка. Вот, уже миллион раз брали их с GearBest, никогда никаких проблем не было, скорость хорошая. Вот, откладываем их. Далее, давайте посмотрим на вот такие вот машинки. Cool Play, модель High Speed Series. Вот, что значит High Speed Series? Они еще ездят сами, что ли? Высокая скорость или на быструю руку сделаны. То есть High Speed Series, наверное, на быструю китайскую руку были они сделаны. Поэтому высокая скорость. Вот, здесь такая стеночка. Коробка очень красивая. То есть, ну, ничего не помялось, все отлично. Очень красивая коробка, подарочная. То есть, можно смело дарить. Итак, смотрим. Первое, они все сделаны просто, то есть здесь нету какой-то там, то есть они не ездят сами, их нужно толкать руками. Вот, сделаны довольно неплохо, есть мелкие косячки по пластику, вот, но сделано неплохо, и основное, корпус основной, он сделан из металла, остальные все вот эти вот запчасти, это все пластик, причем вот у меня получилось тут немножко снять его. Ну, вот эта вот штука двигается, такой вот подъемник. Давайте дальше посмотрим. Каток, у катка двигается передняя штука. Таким, с легким поскрипыванием. Давайте дальше. Экскаватор. Двигается у него этот. И он отбрасывается назад. Причем как-то только что я что-то сделал, что он не отбрасывался. А теперь отбрасывается. Наверное, просто не дожал. Вот здесь он упирается и фиксируется в таком положении. Вот. Далее, бетономешалка. Бетономешалка сама крутится. Больше ничего. Далее. Получается, вот это, наверное, экскаватор. Я их путаю. Вот, ну тоже круто выглядит. Можно копать землю. И последний, это машинка, перевозящая груз, и у нее поднимается ковш, или как его назвать, прицеп. Бомба, складываем обратно. И ну и давайте посмотрим машинку. Машинку я покупал лично для себя. Хороший парикмахер меня стрижет. Это сестра моей жены. Вот. Но иногда бывает она там занята, еще что-то. Но я взял его больше так, чтобы можно было бакенбардики подровнять.
или может бороду решу отпускать, поправлять ее, или еще может для каких-либо целей. Вот, коробка такая красивая, тоже подарочная, смело можно покупать, если на подарок. Немножко вот примялась с уголка, но упаковано было неплохо, не так как мобильные телефоны GearBest пакуют. То есть я напомню, что это все с GearBest. Давайте посмотрим. Вот, откроем и все посмотрим. Начнем с этой штуки. Я не знаю, что это за штука. 3, 2, 1. Ага, здесь она вот так. То есть это, наверное, лицо. Ну, в принципе, мы сейчас просто посмотрим на это все. А я уже потом буду разбираться отдельно. И, может быть, отдельным видео запишу. Понравилось мне, не понравилось. Пользуюсь я им или не пользуюсь. Вот. Ну, скорее всего, если не буду пользоваться, не запишу видео, а если буду пользоваться, то запишу. Ну, вот здесь все сделано качественно, то есть в этой штуке пластик хороший, никаких заусенок нету, к которым я обычно придираюсь. Вот, ну, сделано неплохо. Вот такая вот штука. Насадочка. Хорошо сделано, то есть, ну вот это бритва, да, получается, бриться можно. Вот такая, это, наверное, в носу и в ушах подбривать, да, наверное. А вот для носа, да, триммеры для ушей. А это даже боюсь представить, что это такое. Вот. И сама не тяжелая, такая, не, довольно-таки легкая. Здесь вход для microUSB. Очень стильно выглядит, прикольно. И вот такая вот насадочка здесь стоит. И сразу он работает. Давайте посмотрим, что еще есть, потому что здесь, по-моему, еще какое-то. Вот. Ого, так это, ну, реально огромный набор. Есть инструкция. Инструкция для чего? Ага, вот эта вот штука для сбривания волос, получается, с рук или с ног. С ног. Видите? И зачем только устанавливается длина или высота, непонятно. То есть на ногах можно длину отпускать, если сбривать. Или это рука. Это, наверное, рука все-таки. Вот. Ну, здесь... Можно, в принципе, разобраться, все на английском языке, никаких проблем нету. Височки, вот для каких целей я покупал, для сзади и височки себе подравнивать иногда, если что. Бороду не знаю, буду отпускать, не буду, но все может быть. Пока так. Вот. Не замыкать батарейки. В общем, инструкция. Идет вот такая вот подставка. С подставкой идет расчесочка. Ой. Классная расчесочка, даже прикольная такая. Воткнем ее обратно. Так, как она должна втыкаться. Правильно я втыкаю? Неправильно? Неправильно втыкаю, наверное. Вот так, да? Да. Щеточка для очистки. Далее у нас адаптер питания. Так, 5 вольт. Выход 5 вольт. Приблизительно 1000 миллиампер часов. Миллиампер. 1000 миллиампер. Это вот обычный microUSB. Далее еще две насадочки, да, то есть которые... Какие две? Получается 3 миллиметра. Это у нас... Здесь не написано, сколько миллиметров, но это, наверное, регулируемая. Вот, 6 миллиметров и 9 миллиметров. 9, 6, 3. То есть можно, можно, а это зачем? Это зачем? Это, наверное, просто регулируемая. Одели и потом регулируем, как нам нужно. Вот. Снимается она. Просто вот так.
Вот. Ну, смотрите, очень круто все сделано. Так, так оно ставится или вот так? Так ставится. Вот. Круто, круто, круто. Здесь единственное, что получается, если мы ее ставим на базу, то здесь отверстие не закрыто. Вот. То есть, если на зарядке, то оно не совсем удобно будет на базе ей стоять. Вот. Хотя она ставится, но вот так она впритык здесь становится. Ладно, давайте попробуем. Нет. Давайте что-нибудь придумаем, прежде чем попробовать. Вот это я все отложу. И вот так попробуем сделать над этим. Не дерет, все сбривает хорошо. Ну, я не парикмахер, но вот себе облысил руку. Работает хорошо, жужжит тоже не противно. Так, отнесу теперь грязь эту всю. Облысил немного себе руку. Вот. Давайте посмотрим, сложим все на подставочку. Вот эти штучки специально для этих насадочек. Все становится аккуратненько. Вот. Это, наверное, не сюда. Так, а зачем? Ага, вот эта вот насадочка еще здесь может быть. Вот так, наверное, ее сделать. Те, которые побольше, повыше назад. Те, которые покороче, впереди. Вот, и вот сюда устанавливаем наши насадочки. Вот, ну, расчески тут некуда притулить. Вот это все. Это тоже некуда притулить. Вот здесь можно вот так вставить, но можно одеть. Нет, это сюда не надевается. Значит, одеть сюда. Вот здесь есть режимы. Защелкиваться. Вот, ну, в принципе, как-то так. Мне очень нравится этот набор. Я очень доволен покупкой. Вот, ну и на этом наша распаковка подошла к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите в нашу группу в Телеграме. До новых встреч и удачных покупок!